Ежегодно в первую среду после 13 апреля языцкая община Армении празднует Новый год – Тауси Малаки. В этом году он выпал на 16 апреля. Этот праздник у езидов считается главным религиозным. Новый год Тауси Малаки по преданию называется «Красной средой». Согласно языцкой религии, именно среда и есть основа 7 дней недели. В канун Нового года языцкая молодежь собралась в святыне, построенном 2 года назад в селе Акнаниш Армавирской области, где прочли молитву, зажгли огонь и загадывали желание. В этот день влюбленные непременно должны признаться в своих чувствах и обменяться кольцами, а те, кто был в ссоре, должны примириться. К сожалению, я никому не признавался в любви, поскольку избранной у меня пока нет. Неотъемлемой частью Нового года для езидов является праздничный стол с разными сладостями, лепешками и пирогами. Главным символом праздника является гатха-клоч из 7 составляющих – мука, сахар, соль, яйца, сметана, масло и вода. Клоч должна быть круглой, по форме солнца и земли, а 7 составляющих означает 7 дней недели и 7 ангелов, спустившихся с небес, согласно языцкому верованию. В сладкий пирог кладется бусинка, которая считается долей главного ангела Тауси Малаки. Потом гатху разрезают и раздают людям. В чьем куске окажется бусинка, тот считается избранным в этом году. Примечательно то, что у езидов не принято трапезничать мужчинам и женщинам за одним столом. Эта традиция у них сохранилась по сей день. Невеста в семье должна знать свое место. Она не имеет права разговаривать при свекре. Если вдруг она промолвит слово, это будет означать неуважение к нему. Езиды придерживаются также кастово-теократического устройства общества, где браки запрещены между представителями разных каст, а браки с иноверцами и вовсе запрещены. Езидам рождаются от езидки матери и езида отца. Если кто-нибудь из родителей не езид, дети не могут считаться езидами. А если создастся смешанная семья, этих людей изгоняют из общины. Они вынуждены бывают искать себе крышу над головой в другом месте, не езидском. Семьи езиды создают в раннем возрасте. Это национальная традиция, сохранившаяся на протяжении многих веков. Еще в советское время, когда перед нами стоял вопрос сохранения нации и повышения демографии, езиды рано выдавали своих дочерей замуж и также рано женили своих сыновей. Традиция создавать семью в раннем возрасте привела к серьезной проблеме в общине. Молодые люди не хотят уже учиться и получать образование. Вместо этого очень рано выходят замуж и женятся. Согласно информации Союза езидов Армении, в мире насчитывается около 3 миллионов езидов, из которых около 1,5 миллионов проживают в Ираке. В Армении, по данным Национальной статистической службы, в настоящее время проживают около 40 тысяч езидов.